Приветствую вас, дорогие друзья, и в этом видео в первую очередь я хочу обратиться к своим зрительницам и подписчицам. Дорогие женщины, девушки, мамы, бабушки, дочери, жены, сестры, поздравляю вас, и в этот день хочу вам пожелать, чтобы каждый день вашей жизни, вне зависимости от того, 8 это марта или 31 декабря, был наполнен любовью, чтобы вы купались в любви, чтобы эта любовь окружала вас со всех сторон, чтобы вы в нее ныряли, как в пуховую перину. Желаю вам счастья, огромного счастья. Желаю вам крепкого здоровья и желаю вам изобилия во всех смыслах этого слова, чтобы у вас были прекрасные отношения, чтобы вся ваша жизнь была именно такой прекрасной и счастливой, какой только вы можете себе представить или даже не можете представить. Я записал для вас, и не только для вас, но и для ваших мужчин, специальное видео поздравление более расширенного формата, которое вы можете посмотреть, перейдя по ссылке под этим видео. И также в том поздравлении я говорю об одном интересном предложении, которое может изменить вашу жизнь в лучшую сторону. На этом я хочу с вами попрощаться, пожелать вам всего самого наилучшего. Еще раз примите мои глубочайшие поздравления с любовью от всего сердца. Счастливо!